Левада-центр опубликовал результаты опроса по отношению к эмиграции, проведенного в декабре 2018 года. Самым медийно громким из результатов стало желание, по версии Левады, 18% граждан в возрасте от 18 до 24 лет, определенно уехать на постоянное место жительства за рубеж, и 23% в этой же возрастной категории, которые, скорее хотели бы, отбыть. В следующей возрастной категории, от 25 до 39 лет, процент желающих, определенно уехать, уже вдвое меньше. Стоит отметить два нюанса. Во-первых, в целом, эмигрантские настроения молодежи не слишком менялись все последние годы, в 2017-м 32%, в 2011-м почти 40%, то есть практически нынешние цифры. При этом опросы Левады всегда показывают значительно более высокий процент желающих уехать, чем опросы других исследовательских центров. В 2017-м, по версии Левада-центра, никуда не хотели уезжать 79% граждан. По версии ВЦИОМ, 89%, кстати, сейчас процент желающих остаться в варианте Левады даже повысился, до 81%. В то время как в целом по сравнению с 2017-м число уезжантов поднялось на 2%, что вполне укладывается в стат-погрешность. А во-вторых, в этом году Левада-центр решил не публиковать ответы на вопрос, в какой стадии подготовки к эмиграции находитесь, однако прежние опросы показывали, что процент находящихся в практической стадии никогда не превышает 1% от опрошенных. При этом молодежь, всегда демонстрирующая большее желание свалить, как ни парадоксально, оказывается наименее мобильной, практически.